советовать жениться, не жениться, это неблагодарное дело. Советуют каких-нибудь ток-шоу, там, рецепты дают. Мы этого делать не будем, а нужно просто смотреть внутри себя. В нашем случае... Что такое? Что в нашем случае? Мы с друзьями в 2004-м собрались отдохнуть в Анапе. Собрались в дружной компании, нас было там человек, по-моему, 10. И они, значит, тоже с подружкой ехали в другом вагоне, тоже ехали в Анапу. И с первого взгляда у меня были полнейшие отрицательные эмоции. То есть время 11, то есть там дети спят, там, вагон практически там в полудреме. И вот они, значит, очень такие громкие, вот, в общем, на весь вагон там что-то кричит, вот. И мы играли, значит, в какую-то игру, верю, не верю. И там, то есть, нужно было всего два слова говорить. То есть, я так понимаю, женщинам два слова говорить очень сложно, особенно таким национальным. Я уже смотрю на нее, уже, господи, я ей сказал, так, прям в лоб. Я говорю, в этой игре есть два слова. Верю и не верю. И все, и она на меня посмотрела, как на врага. И я понял, что этот человек не из мира сего, абсолютно, все. Ощущения были такими же. То есть для меня незнакомый человек как бы говорит то, что там потише, постоянно перекалывает, там, ты громко говоришь. Он мне вообще не понравился, и мы его прозвали с моей подругой, с кем мы ехали отдыхать, мистер Зло. Потом они ушли, на следующей станции мы там встретились, значит, уже начались какие-то подколки в это самое, в мою сторону, вот, ну, я говорю, ладно, доедем, там, все забыть про них. Все, мы приехали в Анапу, мы о них забыли, мы, как бы, выходим из поезда, они в одну сторону, мы в другую сторону. Воля, не знаю, провидения, случая, вообще вся наша жизнь – это какой-то... совпадение. Значит, мы сидели в кафе, оставалось до отъезда там полтора или двое суток, вот, и ни с того ни с сего заходят они. И они заходят именно в то в кафе, в котором сидели мы. И получилось так, опять же, волей случая, что, значит, у нас была встреча назначена. Мы пришли на нее очень красиво, в вечерних платьях, с шикарным мейкапом, прическами. И на встречу-то не пришли молодые люди. Мы такие разочарованные, с надеждой, пошли гулять по набережной. Мы когда шли, мы просто говорили, а помнишь, ребята из Питера, вот где они сейчас, интересно? Сейчас бы их просто вот встретить, там, посидеть, поговорить о Питере, вспомнить там поезд, там, не знаю, пошутить. Но просто захотелось в этом маленьком городке увидеть знакомые, родные лица питерские. Заходим в самое первое кафе. Ребята сейчас такие расслабленные, в таких пляжных шортах, в майках, и мы такие две примадонны в вечерних платьях, с шикарными там прическами. Заходим, естественно, их сразили на повал. Неужели это те две девушки из поезда? Стас такой подсел ко мне, сразу такой обнял, мы с ним станцевали танец. Встречу назначили на завтра на пляже, мы проспали с Надюшкой, мы проспали, их не встретили. Мы просто своей интуицией решили, как бы, наверное, их встретим в центре Анапы. Потому что мужчину с таким ростом трудно не заметить, да, 1.95 м. Мы увидели ребят, и мы, естественно, условились, что в Питере встретимся. Надя! Я тебя люблю! Но, как бы говоря, о начальной ступени нашего знакомства мне было тяжело, потому что этот человек был полностью противоположность моего идеального мужчины. Мне там нравились такие живенькие, смешные, юморные. Как получилось так в жизни, что вот он и мой муж, как бы, а потом как-то уже приходит там с возрастом, приходит очень того, то, что потрясающий человек, и я просто ежедневно ловлю этот кайф, как он любит меня, как он любит моего ребенка.
Я ей там рассказывал, как там Петр стоил форты вокруг Кронштадта. Она сидела, улыбалась мне, но ей она говорит, мне что, у меня там какие-то шашечки там ставят. Нет, он при первой даже встрече он был очень серьезен. Меня как бы так это смутило, потому что, ну, обычно, знаете, о чем общаются люди там при первой встрече? А тут такой серьезный молодой человек, который стал говорить об истории Питера, города Кронштадта, о фортах. Мне рисовать в шахматном порядке, как их выстраивал Петр, был, какая была у него задумка. То есть меня так это немножко смутило, столько было много информации для меня, для блондинки. Он очень, как бы скажем, как бы так жесток в своей позиции, он очень умный человек, очень начитанный человек, человек огромной организации, как бы... Почему, допустим, такой характер? Я был достаточно мягкий, добрый такой, ну, очень нравилась мне вот эта вся военная тема. Меня это все очень влекло, там техника, вооружение. Я все новости смотрел. Стал вопрос, чем дальше заниматься. Вот. И, естественно, там больше половины мальчишек решили в военное училище податься. Мне почему-то очень импонировало ВДВ. Рязанская десантная. Никто из Кронштадта почему-то не собирался. Все, и меня туда записали одного, вот, я прошел все медкомиссии, все нормально. Ну, про училище это вообще, это можно рассказывать часами, и это просто отдельная часть моей жизни, которой я горжусь, и я вспоминаю всегда с очень тепло, с трепетом. Наверное, тот остов, который был у меня, значит, с семьей, ложилась еще вот эта вот, скажем так, вот эта жизненная школа, и в итоге получилось то, что вот сейчас она, Надюша, имеет перед собой... Я так предполагаю, что там хорошая такая жизненная школа, где они друг другу помогали и морально, и психологически, просто выживали в этой школе. Я вот там наслышана пару случаев, просто человек был на грани жизни и смерти, и они помогали друг другу очень сильно. Жизнь спас Стас кому-то. Даже вот такая же штука была с человеком. У каждого своя жизнь, каждый свой путь. Главное, чтобы все было по душе. То, чем ты занимаешься и что тебя окружает. Быть в гармонии с самим собой. Я считаю так. Получать от этого удовольствие не во вред здоровью. Хорошо сказал? Супер. Сам себе удивляюсь. Лучше не придумаешь. Я на сердце. У нас на сердце, да. Фомичев Станислав Владимирович. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Стойко бронясь. Жену себе я выбрал сам. Клянусь, что в обиду ее никому я не отдам. Клянусь о жене проявлять я заботу. Всегда целовать, уходя на работу. Клянусь мыть посуду и гладить белье. Очень хорошо. Клянусь, что мужем я буду примерным, защитником, другом, помощником верным. Клянусь защищать интересы семьи. Все беды жены – это беды мои. Вся радость моя – это радость ее. Клянусь. Аминь. Клятвы он выполняет. Вместе моем полы, вместе гладим. В этом плане у меня муж просто супер, безотказный человечек. Я так думаю, что даже универсал, если что-то не успеваю сделать или не могу, то прошу его, и без проблем как бы он это делает. Посуду помыть без проблем. Мне абсолютно не напрягает. Белье погладить то же самое. Если там брюки, рубашки свои глажу, там пару пеленок погладить, не проблема.
важность семьи и значимость, оно должно быть на одной из первых мест. Под это дело ну, никак, никаким боком не подпадало, абсолютно. Быт, семья, ребенок, оно должно быть вот одно из главенствующих. Как раз вот на первоначальном этапе знакомства я этого вообще не видел. Не то, что не видел, это был полнейший антипод. Он меня приземлял немножко, как бы если мне хотелось взорвать все, движение, новых ощущений, позитива, ловить как бы от каждого дня какой-то кайф, как бывали такие моменты, что вот я вот требовала, вот хочу веселье прямо сейчас. Все, раз, два, три. Друзья, многие как бы говорили, что как бы да, Стас как бы интересный, красивый мужчина. И не только коллеги, это мне еще мои знакомые, мои друзья тоже отмечали, что мужчина очень красивый. Где вы таких берете? Вообще супер. Не ожидал. Ну как ожидал, но такой красоты, конечно. Все фильтруются через меня, чтобы им ничего, им оставалось только хорошее. В общем, ребята, вы сейчас посмотрите передачу и все подумают, что просто из всего Питера идеальная семья. Это не так. Я вам скажу, что не все так просто. Счастье к нам уже пришло, когда мы поженились, и к нам еще вот это вот счастье свалилось на голову. Это стало вообще вдвойне. Все еще лучше стало только. Надо причесаться так. Макияжи, губки, все нормально. Губки накрасили. Зимодай. В нашей семье появилось чудо. Вот такое вот голубоглазое, такое вот светленькое, беленькое чудо, которое мы назвали Софья. Родилась, сразу открыла свои голубые глазки, распахнула. Мы очень долго ждали рождение этого ребеночка, и когда наконец она появилась, чувство материнства меня, конечно, переполняло. Девчонка будет с характером. Уж кого в маму, в папу, не знаю, но, наверное, в маму. Мама рассказывала про себя, что в детстве она была такая озорная, шебутная. Вот, наверное, мамин характер, что прям эмоции ее переполняют. Как бы жил для себя сначала, а потом появляется вот такое маленькое чудо. И отношения меняются в корне, и отношения, как бы цели меняются в жизни. Вот когда появляется семья, когда появляется ребенок, свои потребности уходят на второй план, внутренние. На первый план выходит забота, все для них. Отношения даже вот между мной и Надей поменялись. То есть вот они приехали с роддома, значит, первая улыбка. Ты улыбаешься, она улыбается тебе в ответ. Это очень, это так вообще вот трогает. Вот это чувство отцовства, что вот я папа, у меня есть такое вот маленькое сокровище. Оно греет сердце, делает тебя добрее, делает тебя пиливей.
ребенок дал мне такой, вот, такую огромную уверенность, что я могу в жизни делать все. Все, что я не захочу, все, что не будет мной задумано, все это будет ради семьи, ради ребенка, я смогу все сделать вот, ради своих родных людей. Любую женщину красит вот этого чада, которое ты выносила 9 месяцев, и оно появляется на твоих руках, это вообще, это такое блаженство. Ребенок ее изменил, причем изменил в ту сторону, в которую мне было бы комфортно. Ко мне пришло какое-то такое благословение, мне так кажется, я не знаю, что я поняла, что, наверное, нужно прислушиваться к мужу, нужно быть просто женщиной и ловить этот огромный кайф. Когда мужчина это чувствует, мне кажется, к тебе возвращается еще больше, чем ты вкладываешь в этого человека и все делаешь для него. Я тобой горжусь, и я люблю то, что вижу перед собой. То, что ты сейчас вот... Какая ты сейчас? Что от тебя останется? От тебя останется вот. Твои гены, твоя часть души, часть твоего сердца. Давай ты поцелуй. Изменилось, и вот то, что я хотел, я то и получил. Thank you.